годы Великой Отечественной, оставаясь в родном городе, все 900 дней блокады работала на Ленинградском радио. Часто обессиленная от голода, ночевала в студии, но никогда не теряла силы духа, поддерживая свои обращения к ленинградцам доверительными и мужественными стихами. Весной 42 года множество ленинградцев носило на груди жетон, ласточку с письмом в клюве. Зачем? Об этом ее стихотворение. Маленькую ласточку из жести я носила на груди сама. Это было знаком доброй вести. Это означало «жду письма». Этот знак придумала блокада. Знали мы, что только самолет, только птица к нам до Ленинграда с милой-милой родины дойдет. Сколько писем с той поры мне было, отчего же, кажется самой, что до ныне я не получила самое желанное письмо. Кто не написал его, не выслал, счастье ли, победа ли, беда или друг, который не отыскан и не узнан мною навсегда, или близок день, и непременно в час большой душевной тишины я приму неслыханной, нетленной весть, идущую еще с войны.